ни при каком натуральном n вот это число? Сумма 1987 степеней чисел от 1 до n не делится на n плюс 2. Давай формулу 1987. Ну хорошо. Понятным образом у нас, если вот предположим, что это число делится на 2, да? О, делится на n плюс 2. Нет, давай все так. Предположим, что число 2 умножить на вот, ну давайте вот это число. Возьмем вот это число. Понятно, что если это число делится на n плюс 2, то и это должно делиться на n плюс 2. Ну, потому что мы просто умножили на 2. Так, еще раз. Метод от противного. Предположим, что делится, то есть вот это вот сотрем. А, да, предположим, что делится. Положим, что делится. Тогда, разумеется, удвоенное тоже будет делиться. Да. Я даже знаю, что он сейчас делает. Он сейчас напишет задом наперед. Как задом наперед? Ладно, сейчас. Давайте мы эту единицу вынесем. Да, да, вот именно. А, ну ладно, хорошо, вы поняли. Так, плюс получается, что это... Плюс 2 в 1988. Плюс 2. 2. Хорошо, да. Так, что я даже собирался делать? Все эти мучения для того, чтобы сказать вам простую такую вещь, что когда берешь число x и когда берешь число n плюс 2 минус x и возводишь каждое из них в 1987 степень, то сумма этих чисел делится на n плюс 2. Вы это хотели сказать, да? Вот. Ну, как это объяснять? Для тех, кто знает, что такое вычисление по модулю, те могут n плюс 2 выбросить и сказать, что просто здесь x в степени 1987, а здесь минус x в степени 1987. Ну, а если мы знаем просто формулу... Вот. А если вы просто знаете, что сумма 1987 степеней, это есть сумма самих чисел умножить на там большую скобку. Большая скобка не интересует, она n плюс 2 будет делиться. Да, а поэтому, когда вы будете складывать вот так вот, то и будет все время делиться, да. А в середине какая-то фигня? Да, вот в середине. А, в середине. Либо будет, либо не будет. А, ну если будет, тогда мы само с собой ложимся. Да. Если будет, то тогда оно складывается само собой, потому что ты мы тут умножаем. Да, отлично. А если не будет, то... Ну, все хорошо. То еще лучше. Да, то еще вот. Лучше. Значит, в любом случае сумма разделилась. Да, плюс. Плюс нечто, делящееся на n плюс 2, да. Какой-то там x. Да, совершенно верно. Значит, двойка делится на n плюс 2. Ну, n натуральное. А n натуральное число, поэтому такого не бывает. Да.